И опять же, заходите на сайт letov.ru, там есть много музыки для скачивания, и разные MP3, и другие форматы, и много видео, и ссылок, и всякого разного. И маленький там у меня есть даже сайтик, посвященный моему покойному другу Сереже Курюхину, и сайт о московском концептуализме. В общем, letov.ru, и дальше там очень много ссылок, есть две поисковых машины от Яндекса и от Google внутри сайта поиска. В общем, до новых встреч, дорогие друзья. Вот в Уральском регионе я буду в марте, 22, 23, 24 марта в Екатеринбурге, если случайно окажетесь. Я в мультиплексе «Салют», это в самом центре Екатеринбурга, значит, Гёте-институт в рамках года Германии в России проводит мини-фестиваль. Сергей Летов озвучивает старые немецкие фильмы. Я буду с разными партнерами озвучивать три немецких фильма: «Голем» 22 года, «Метрополис» с моим немецким партнером.